Заместитель акима области Ганин Игметов и первый зам руководителя антикоррупционной службы Нурлан Джахин в ходе рабочей поездки в Жамбылский район проинспектировали ряд социальных объектов. В этом году в селе Пресновка завершен капитальный ремонт инфекционного отделения, на который из областного бюджета выделено 36 миллионов тенге. Также в районе продолжается строительство жилья для переселенцев с трудоизбыточных регионов страны. Тему продолжит мой коллега. В первую очередь Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили Пресновскую среднюю общеобразовательную школу. Здесь обучаются 323 ученика, преподают 40 педагогов. С нового учебного года часть школьников переведена на дистанционное обучение, а часть продолжает учиться в штатном режиме, посещая дежурные группы. Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили и школьный музей имени Кожеберген Жирау, где ознакомились с экспонатами. Был Алпстерт гаджет. Ноутбук, в этом году в нашу школу поступило 64 гаджета. Это ноутбуки и персональные компьютеры. В скором времени еще нам завезут планшеты. Учебное заведение построено в 2007 году. Ежегодно во всех кабинетах и классах мы проводим косметический ремонт. В районном доме культуры по инициативе главы региона Кумара Аксакалова открыт культурно-оздоровительный центр. Здесь установлены теннисные столы и другие спортивные тренажеры. Не так давно закончили капитальный ремонт фасада здания. Затем Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили инфекционное отделение при районной больнице. В этом году на ремонт кровли и фасада, а также на установку пожарной сигнализации из бюджета выделено 36 миллионов тенге. Это инфекционное отделение, если на случай второй волны пандемии коронавируса, будет оборудовано в провизорный стационар, и все, здесь будут лечиться пациенты. Чем это для нас плюсом является? Каким? Это отдельно стоящее здание с мельцеровскими боксами, то есть у них есть отдельный вход, отдельный выход, и пациенты, в том числе медицинские работники, не будут контактировать, и риск заражения других пациентов от уже лежащих в стационаре и самих медицинских работников гораздо в разы снижается. Также в Жамбылском районе продолжается строительство 48 домов для переселенцев. С начала года с южных областей в район переехала 31 семья. Мы проинспектировали жилье, которое строится для переселенцев с юга, и сделали ряд замечаний. Дома придают красивый облик и влияют на благоустройство села. Жилье хорошее, вода в дома проводится. В целом в работе застройщиков могу дать положительную оценку. Сегодня мы посетили ряд социальных объектов района. Хочу отметить, что такие проверки помогают предотвращать коррупционные риски. Ремонт школы и инфекционного отделения мы оценили положительно. Были небольшие замечания по строительству жилья для переселенцев. Надеемся, что в будущем все недоработки будут устранены. Кроме того, в районе ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках программы «Аул ЕЛБСГ». Стоимость проекта составляет 296 миллионов. В тенге. Кирилл Потемкин, Майгуль Сейльбек, Раенбек Бегужаев, служба новостей.